собрании в Кремле концепцию нового политического мышления, существо которого состоит в признании приоритета общечеловеческих ценностей, предотвращении гибели планеты в огне ядерной катастрофы. А это не просто уничтожение целых классов ядерных вооружений, не просто сокращение армии до уровня необходимой достаточности. Находясь под крышей своих иностранных спонсоров, они могут чувствовать себя комфортно и в безопасности. Так ли это? О том, что у них в мозгах хочу сидеть, мышление прошлого и позапрошлого нет. А надо с уважением относиться к этому. И тогда мы будем сложить на них.